Всем привет! С вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем. Для работы нам понадобится два цвета полимерной глины, золотая пудра, лезвие, скальпель, игла, щетка, текстурирующий инструмент, катер. Раскатываем бронзовую полимерную глину в пласт 2,5 мм толщиной. Разрезаем его пополам и складываем пласты вместе. Щеткой наносим текстуру. Катером вырезаем заготовку и лезвием задаем ей необходимую форму. Катаем нити из бронзовой полимерной глины, не тонкие. Это будет ствол и ветви дерева. Укладываем все на основу. При помощи щеточки наносим текстуру. Катаем тонкие нити из двух цветов полимерной глины и скручиваем их вместе. Из полученного жгутика уже катаем основную нить. Укладываем узор. Когда я создавала этот кулон, у меня шли образы горящего дерева. Языки пламени поглотили старое, сухое творение. Отсюда и название. Все текстурируем щеткой. При помощи иголочки наносим текстуру на ствол и ветви дерева. Узор разбавляем чисто красными завитушками и лепесточками.
покрываем золотой пудрой выпуклые части кулона. Из бронзовой полимерной глины делаем дополнительный элемент, текстурируем его и крепим к нашей основе. В таком виде отправляем все на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру, и вот что у меня получилось. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока!